Здравствуйте всем, приветствую вас на канале Just Play, и мы продолжаем пострелки в Сурвариум. Так, и мне нужна вторая победа. Ну, почему-то мне кажется, я ее не получу. Так, панелька пока белая, надеюсь, она такая и будет. Потому что, когда она белая, играть можно. Когда она желтая, играть очень сложно. Ай. Да ну, вашу мать, ну прям таки тут спрыгнул. Ой, ой, там зубы. Тут я потом тоже вряд ли артефакт буду брать. Нет, я его скорее всего, ну не скорее всего, вот вряд ли его просто возьму. Надо мне себе будет шлемник или грим сделать, чтобы можно было дышать в этой аномалии. Тогда буду брать артефакты. А так пока бегаю в зубре. Ай, ай. ВСК лупит. Ну или что-то другое с глушителем. Так, ребята. Так. Почему 4 человека не... Ну, двое точно стоят. Ну, почему так, когда нужна победа? Попадается команда, которая тебя подводит. Я не знаю, для чего я пополнялся, там 8 патронов не хватало. Ладно. Ой. Прикончили. Да, ну не знаю, я строчу с этого АК, блин, как дурак. Не знаю, не умею с него стрелять. Так, умею, но херово как-то не контролить отдачу эту, лень. Вот если бы сделать мне на него еще так отдачу минус 8, минус 10, вот это было бы хорошо. Да. Не знаю, я ни хрена не вижу. Ни хрена не замечаю. Довольно унылая у меня команда, я так смотрю. Я-то унылый, капец. А вот люди что-то такие унылые. Да эти ВСКшники, как же они меня бесят, а? Твари. Гнитка. Так, как так? Нет, ребята, я все равно убью. Просто я не понимаю, почему я такой косорукий. Косоногий. Не знаю, как себя еще назвать. Может, кто-то хоть умрет тут. По крысе немного что ли посижу. Так, свой. Так, а чё вы тут бегали? Ящика нет? Вроде нет.
Так, нет, его не с окна убили. Он где-то там БСКшник сидит. Ну, убрали, молодцы. То есть молодец. Было очевидно. Ладно. Да, ну почему я на первом месте? Что за унылые команды? Я в таком полуапатийном, депрессивном настроении играю. И я еще на первом месте. Но уже нет, ну, слава богу. Ой. Походу, все читеры и задроты бухают еще до сих пор. Поэтому можно хоть немного такому раку, как я, поиграть. Так, что там это? Капканы мои убрали все. Негодяи. Ох ты ж. Глянуть Оникса на полкило там. И маленькая горка. Такие пуля, ну куда ты лезешь? А вы тут все Оникс уже поели, у вас нахер. А, и вас много было, ну. Ай. Господи, ну как я рад тому, что нет ресимков. Именно тогда, когда я пишу, хоть могу людей убивать. Потому что реально, когда они идут сплошным ходом. Да. Ах ты ж. Двуониксный ты наш. Знаете, запомни, бить тебе сразу в голову. Хотя не то, что тебя запомнить, надо всем бить сразу в голову, но нет. Я так не делаю, зачем? Вот. Убили тебя. А где еще ящик, господа? Шестой ящик, пожалуйста, найдите. Так, надо мной вражина ходит. Какой я молодец, перезаряжаться начинаю. Да убейте его кто-нибудь, а? Лезет он на базу, тут ты глянь. В капканах они не мрут. Так, короче, наверное. Вот так пусть будет.
Так. Парень, нет! Да возьми ж ты на мушку, а. Блин, отвечай, я за праздники просто отвык от компьютера своего. Как на нем играть? Да, конечно, это... Новая фишка с артефактами у разрабов. Не знаю, конечно, что из этого получится. Разменялись, ребята. Так, где-то там... Подовый ВСКшник сидел, по-моему. За плитами сидел. Я ж хожу, я высматриваю. Да, и что еще? Плюс какой колоссальный для меня в Сталкере по сравнению с этой гребаной игрой. То, что... Когда по тебе там стреляют, ты не можешь спокойно сидеть и целиться со своего винтореза, войска, да просто с любого ствола. Тебя типа, тебя кидают, потому что тебя расстреливает. Не просто останавливающая сила дурацкая. Как здесь. А тебя действительно, ты чувствуешь, что тебя стреляют. Не тормозят, ничего, а стреляют. Тебя может выпасть оружие. Короче, не знаю, сталкер на 10 голов выше, чем... Это ПВПшное подобие. Блин, я ж там на ящике ставил капканы, ладно. Ай, забыл про эти. Так, ладно, валю-ка я отсюда. Ай, иди со своим ВСК или валом, не знаю, что там у тебя. Ой, скунец, скунец-то не скунец. А люди 28 на 10 играют. Когда-то я мог так играть. Давным-давно. Так, ну хоть победили, хоть вторая победа. Спасибо и на том. Спасибо, команда. Да, почему денег не сняли, рейтинг не сняли? Я хочу минуса. Урон плюс 5. Синий ВСК. Так, где ты там? У меня зеленый ВСК. Тут бронебойность плюс 5 и скорость перезарядки.
Здесь урон. Ну, пусть пока лежит. Продавать не спешу. Так, ну не знаю. Надеюсь, вам этот бред понравился. Если он может, конечно, понравиться. Вторая победка у меня есть. Подряд, слава богу. Сейчас буду писать третью. И если я получу, с улыбкой уйду играть дальше в сталкер. Так. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Всем удачи, всем пока.